К юго-востоку от берегов Африки расположен огромный гористый остров Мадагаскар, на котором сохранились уникальные животные и растения. С запада этот континент омывается Атлантическим океаном, с севера – Средиземным морем, с северо-востока – Красным морем, с востока – Индийским океаном. Лишь узкая полоска Суэцкого перешейка соединяет Африку с Азией, но люди проложили через этот перешейк канал, и теперь континент окружен водой со всех сторон. В Африке расположена самая длинная в мире река Нил, текущая с юга на север.